И вновь к событиям в стране. Кокшетау наградили детей за героизм и мужество. В числе награжденных третьеклассница Улдана Совет. 8-летняя девочка спасла сестер и брата из пожара. А 10-летний Имран не дал упасть в колодец 2-летнему малышу. Позднее о его поступке узнали одноклассники и учителя. Я совсем не испугалась, потому что если я испугаюсь, то им будет страшно. Они же младше меня. Я должна о них заботиться, присматривать за ними. 2 старшие сестры уехали в Жезказган, а я осталась за старшую. Я, когда спас этого мальчика, я подумал в больнице, что я буду спасателем. У меня это с рук получится. Ну, потом я про себя подумал, если я спас его, я смогу и дальше продолжать спасать. И я к этой мечте стремлюсь. Я подготавливаюсь, буду подготавливаться спортивным тренировкам.